Привет, меня зовут Елена, и вы на канале о вышивке. В последнее время, половинку января, я вышивала свой дизайн, свой сэмплер French Garden от Samplers Not Forgotten. Вот такой дизайн должен у меня получиться. Он здесь вышивается на основе ручного окрашивания, такой слегка с сероватыми разводами, и ниточками Wix Dye Wax. Я же для своей работы взяла однотонную ткань. Это у меня Newcastle 40-й кал. Свайгард. Newcastle 3348 дробь цвет 7011. Он такой слегка сероватый, жемчужно-серый, я бы сказала. Я не знаю, как точно, как этот цвет называется, но вот артикул 7011 цвета. Мне кажется, что он бы неплохо смотрелся также на вот этом цвете. Давайте откроем. Вот что у меня получается. Мне кажется, что было бы интересно еще и на вот 52-м цвете, да? Вот так вот. И по ключу здесь предполагается ткань Velum by Picture This Plus. Такие ниточки. Я потом в конце, после отшива, расскажу вам, сколько в итоге у меня ниток ушло, потому что на предыдущий английский сад там было вообще напутано по количеству в ключе, сколько ниток нужно. То есть мне там не хватило и пришлось докупать. Хотя я изначально купила столько, сколько нужно. Потом вам расскажу и дам вот этот ключик, как это в итоге получилось. И вот смотрите, у меня вот столько отшито. Это приблизительно, да, вот здесь вот где-то половинка. То есть у меня еще до половины надо чуть-чуть повышивать. Я пока не стала вышивать надпись. Я думаю, я ее в самом конце повышиваю, потому что вдруг я придумаю что-то здесь, какую-то интересную надпись на русском языке. А то я все время вышью, а потом мне приходит классная идея, которая могла бы быть, а уже все вышито. Распарывать, естественно, мне уже становится лень. Поэтому я решила в этот раз не торопиться и немножечко подождать. Но вообще это такой дизайн, вы видите, здесь вся фишка именно в том, что все-все ниточки идут с переходами. Какие-то посильнее переход виден, какие-то совсем слегка, но на камеру это не совсем заметно, а вот вживую глазу более заметно. Мне кажется, что вполне можно здесь брать однотонную ткань, здесь зашивки очень много, и этот дизайн нисколько не потеряет своего очарования. Немножечко поближе вам покажу. Мне очень нравится вот эта деталь. Она, конечно, очень эффектная. Я прям в восторге от нее. Птичка, смотрите, какая красивущая. И вот этот вот цветной орнамент тоже красота. Просто красота. Я прям в восторге от этого дизайна. Очень он красивый, и, знаете, мне кажется, что он мне нравится даже больше, чем английский сад. Даже больше. Ну и вышивать, на самом деле, одно удовольствие, потому что нитки очень качественные сами по себе, переходы красивые, и за этим очень приятно в процессе наблюдать. Так, вот они какие цвета. Это у меня еще не использованные моточки. Такая вот красота. И так как мне пришел заветный желтый конверт с моими ниточками для мандалы, я, конечно же, буквально вчера ее сразу начала. Итак, вышивать я буду альпийский сад. Очень красивая мандала, одна из популярных. Но популярная она, конечно, благодаря своему шикарному дизайну. Ее много кто вышивал, и я тоже не осталась равнодушной. И давно уже, давно запланировала ее вышить. Так вот, что у меня тут по ключу? Значит, основные цвета я буду вышивать ниточками DMC. Тут... Этот я нашла вчера, цвет есть. Какие-то тут нитки, например, вот эти Глориана, да, здесь должно быть принцесс перле, какие-то ниточки перле. Я взяла просто Глориану, шелк. Но здесь, в принципе, написано, что вы можете заменить на тот же цвет, ну, просто стандартный шелк. Вот я таким образом и сделала. Значит, Thread Gatherer у меня нету одного цвета. Одного цвета нету. Ну, ничего страшного, я заменю на какой-нибудь. Я посмотрю, чем, что им вышивается.
И попробую какую-то замену подобрать. Я думаю, один цвет не испортит мой красивый дизайн. Значит, из Rainbow Gallery у меня нету вот этот PB25 старое золото. Поэтому я взяла то, что у меня есть. А есть у меня вот такое золото. PB26. Я думаю, что ничего страшного не произойдет, если я возьму то, что есть у меня в наличии пока, а потом дальше будет все видно. Ну, золото, оно и есть золото, не думаю, что там сильно как-то оттенок это что-то этот решит. Не будем заморачиваться, нигде не нашла, ни в Америке, ни у нас. Так, дальше. Значит, бисер. Один вот тут, я видите, когда уже перебирала недавно, смотрю, что вместо 624 я заказала почему-то 684 номер. Мне надо перезаказать. Ну, пока до бисера еще далеко, я это сделаю чуть позже. Тут какой-то тоже один номер у меня не заказан, оказывается. Посмотрим. И биконусы. Тоже вам сейчас покажу. Значит, вот такие у меня по ключу. Здесь всего три вида. И топаз сатин. Я какой-то цвет просто наобум взяла. Два биконуса, которые были в... Ну, какие-то коричневатые такие, бежевые. Какие были в шелковой нити. Вот минусы-минусы, где у меня стоят. Это у меня этих... Ну, здесь уже плюсик. Вот этих вот позиций у меня нету. На самом деле, я посмотрела схему. Вообще, это одна из очень простых мандал. Ничего сложного в ней нету. И она такая, знаете, в основном крестик-крестик, крестики-крестики. То есть, я-то вышивала до этого розариум. Розариум, конечно, более заморочистая по своему дизайну. Там надо вникать. Отшивов немного было на тот момент, когда я вышивала. А здесь вообще все очень просто. Все очень... Ничего сложного нету. И вот мои ниточки красивые, которые я заказала. Это вот Глориан, у нее такие плотные-плотные моточки шелка с переходом. Такие они очень-очень приятные. Приятные цвета. Просто красота. Я, конечно, когда получила, знаете, когда на видео смотришь, это одно. А когда ты это все видишь вживую, все эти цвета, это, конечно, совершенно другое впечатление. Мне показалось, что ну, каждая нитка просто потрясающе красивая. А здесь их тоже достаточно много. И прям такое сокровище получить, конечно, всегда очень приятно. Это вот две ниточки здесь от Кэрон. Шелк вот такие красивые. Так, из Rainbow Gallery здесь вот такие цвета. Серебристый такой, серебристый. И какой-то такой снежок. Я бы назвала его снежок. Так. И, конечно же, красота-красота от Silk and Colors. Давайте буду вам показывать и выкладывать. Silk and Colors, видите, идут такие не скрученные. Вот таких. На самом деле все шелка, вот сколько я уже вышиваю, да, они шелк шелку рознь. Один шелк, он такой более блестящий, другой более сухой. Сухой даже похоже на хлопок, и ты не понимаешь вообще, шелк это или хлопок. Вот, например, шелк от Крейника, он такой более сухой. Это Victoria Sampler я вышивала. Эти шелка, что Глориана, что Silk and Colors, они такие более шелковистые. Динки Дайс, ну, здесь нету Динки Дайс в этом дизайне. Динки Дайс тоже очень такой мягкий, классный, такой пушистенький. То есть ниточка очень толстая. Шелк. Ну, вот эти тоже очень приятные. Приятные ниточки. Так вот сделаем.
палитра потрясающая. Очень много зеленых, серых, ну и чуть-чуть таких ярких цветов, которыми, наверное, будут вышиваться какие-то цветы. Такая вот красота. Я немножко увлеклась в последнее время макраме и сплела вот такую красивую салфетку себе для съемок видео. Она светлая, и на ней, мне кажется, очень хорошо все это смотрится, ниточки красивые особенно. Так, и вот какие бисеринки у меня здесь куплены. На самом деле, конечно, по сравнению с, опять же, по сравнению с мандалой розариум и бисера здесь совсем немного. Это вот количество я брала по списку, которое не в ключе, а которое там специально адаптированный список, количество бисера, которое нужно сюда купить. То есть для того, чтобы не купить лишнего, вот именно по нему я все это покупала. И где-то... А, вот этот вот бисер красивый. Это я перепутала цвет. Это не тот бисер, который нужен сюда. Надо его отложить, чтобы не спутать и не вышить. Так, а вот они, наши любимые хрусталики. Это еще хрусталики Сваровски. Я успела их приобрести в шелковой нити до того момента, как вообще бисер Сваровский сняли с производства, ну, вообще прекратили производство вот такого вот хрусталиков для, ну, украшений, для... Вот, даже не представляю сейчас, чем это все можно заменить, но вроде как есть какие-то замены. Вот такие вот взяла. И еще вот таких каких-то. Но это вот эти, которые две штучки у меня, их мне надо 4. Я взяла их просто не по ключу. Это даже не по ключу. Просто взяла, какие были, каких-то коричневатые. Я сравнила то, что по ключу, по цвету посмотрела. И вот приблизительно взяла то, что там было. Надо мне будет что-то еще такое докупить, не знаю. Ну, даже если это следующие мои беконосы будут отличаться, я думаю, что ничего страшного. Взяла, какие были. Потом что-нибудь придумаю. Не знаю, что. Вот, в принципе, больше здесь ничего интересненького нет, никаких других бусин. Вот еще бисер. Такой сероватый, красивый, кстати, бисер. Это делика тоже. Все вот это, делику я покупала, и хрусталики Сваровски, это я покупала на шелковой нити. Все. Ниточки тоже, в принципе, бывают некоторые на шелковой нити, но вот из того, что шло к этой мандале, ничего не было в наличии, поэтому пришлось мне заказывать все это на 1, 2, 3 стич. Так, ну и что еще у меня готово? Ну, во-первых, дизайн этот рекомендуется по ключу Belfast 32 каунт, цвет 323, это самохаки. Напомню, что моя мандала Розариум, она тоже вышивается на самохаки. Часто тоже для этого дизайна, для альпийской мандалы берут и сырой лен, такое видела. Ну, какие-то коричневатые, такие тоже бежеватые оттенки. Так, дизайн 290x290 крестиков. Это 46x46 сантиметров на 32-м каунте. Соответственно, она будет гораздо меньше
чем моя мандала розариум. У розариума вышитая часть 52 на 52 сантиметра. Здесь это будет 46 на 46. Вот, я взяла кусок ткани 80 на 80, на всякий случай, прям с хорошим запасом. Но я видела, посмотрела тех, кто вышивал ее на YouTube, и видела, что девушки брали даже 60 на 60 сантиметров, то есть отрезок ткани совсем небольшие, там, видимо, поля останутся. Но на всякий случай, чтобы не рисковать, я начну с середины и на кусочки 80 на 80. Как говорится, обрезать-то никогда не поздно. Так, значит, я еще распечатала на формате А3, вот на такой листовочной бумаге в типографии, вот эти четвертинки от схемы. Распечатала в цветном варианте, мне так гораздо удобнее ориентироваться. Распечатала ключик. И теперь эту схемку, да, прикрепляю на свою вышивку и по ней буду вышивать. Так как мне не терпелось начать этот дизайн, после того, как я получила ниточки, у меня нету рамы, вы помните, да? Прикрепила свой держатель рам и взяла куснапы, которые 45 на 25. На них натянула ткань. Мне все равно сейчас нужно вышивать серединку. Прикрепила схемку. Вот таким образом ее состыковала. И вот, видите, чуть-чуть совсем начала. Это вот вчера вечером я села повышивать. Чуть-чуть вышила елочки. И вот золотым металликом начала кантик выполнять. То есть все, бэкстич, все очень просто. С мандалой розариум было как-то все гораздо посложнее. Я там немножечко парилась. Вот. Здесь ничего сложного. Вышиваю я на 32-м каунте самой хаки. Вот эти ниточки, это вот DMC. Я вышивала в две нити, а металлик Rainbow Gallery им вышивают обычно в одну нить, потому что она достаточно такая плоская, укрывистая. И вот отлично так плотненько все получается.